Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов посетил новый детский сад в Одинцово. Здание возведено по уникальному дизайн-проекту в форме полузамкнутого кольца. Оно получилось функциональным и простым. В спальнях и игровых комнатах установлена экологичная мебель отечественного производства. Также полностью оснащены пищеблок, спортивные и актовые залы, помещения для кружковых занятий и медкабинет.